Так, 7 июля 2024 год. Хорошая новость, только ради нее, в общем-то, видеозаписи делаю. Через 2-3 недели сказали, что будут F-16. Сказал, это не мои прогнозы, это я послушал Эгиль Рустам Заде, он в своих прогнозах редко ошибается. То есть, по его словам, через 2-3 недели, любимые наши 2-3 недели, будут уже F-16. И они, в принципе, серьезно могут с кабами нам помочь побороться. Потому что кабы, блин, честно говоря, реально достали. Последний раз это вот, то есть одним меня контузило еще в марте, блин, ну рядом, блин. Теперь кассетными еще. Я вообще не знал даже, что они кассетные бывают. Ну, блин, пришлось и такой экспириенс. Значит, ребят, я думаю, что, ну, правда, ну, это уже мои слова. Мне кажется, что в этом году дедаем. Потому что я сейчас с хлопцами общаюсь, которые там раньше мы не пересекались. Уже год они здесь. Тоже с нашей бригады. Да, решил, ну, извини меня, если раньше танки, блин, хренячили, сейчас, блин, нафиг, ну, они пешкадралом шпарят. Ну, это не серьезно, это уже ненадолго. А что там, да, за 91-го границы вытесним их. Года Украины выбьем, перебьем. Они умирают тупо, я, ну, это видно. Неважно. Вытесним за границы 91-го года, а там хай занимается сам Запоребрике. Хотели они сильную руку, получили Путина драчиву, блин. Хай наслаждаются. Все до Украины, не переймайтесь.